Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И мы продолжаем играть в игру Slime Rancher. Кто-то, может, уже догадался, почему у меня по три вида последних лордов. Ну а те, кто не знает, мы сейчас отправимся в стеклянную пустыню, чтобы превратить ее в оазис. Что ж, давайте приступим. Итак, чтобы преобразить стеклянную пустошь в оазис, нам потребуются вот такие вот цветочки. Для них нужна вода из специальных фонтанов. Но чтобы включить эти фонтаны, нам нужно найти статуи, в которые нужно вставить плорты. Всего таких фонтанов 4, а сколько оазисов, я даже не знаю. Но давайте приступим к активации первого фонтана. Начнем мы, пожалуй, с фонтана с вьюнками. Сам оазис находится вот здесь. Ну а статуи придется поискать. Ха-ха, прикол, луна в форме слайма. Никогда не замечал. Первая статуя находится прямо за цветком, вот здесь. Первая есть. Вторая статуя находится за этой аркой, прямо напротив цветка, вот здесь. Но до третьей статуи придется постараться допрыгнуть. Находится она наверху, вот здесь. Там же находится фонтан. Показывать, как до туда допрыгнуть, я не буду. Желательно, конечно, прокачать джетпак до максимума, тогда у вас все получится. Сам фонтан находится прямо здесь. А чтобы дойти до статуи, вам нужно обойти вот эту стену. Статуя находится вот здесь. Что ж, фонтан заработал, теперь пора поливать цветы. Проблема в том, что вода отсюда хранится только 30 секунд. Поэтому придется поторопиться, чтобы полить цветок. Давайте начнем с того дальнего цветка. Точнее, ближнего ко входу. Ну-ка, первый раз это делаю. Пятый. Ух ты, возрождение. Обалдеть, вы посмотрите. Все расцвело кругом. Офигеть. О, сколько слаймов сразу появилось. Блин, а здесь уютно, прикольно. Мне понравилось. Что ж, пойдемте еще поищем цветочки. Ух ты, как красиво. А еще эта сфера защищает от огненной бури. Кстати, я научился распознавать места, где можно найти оазис. На карте можно заметить вот такие вот розовые кустики. Скорее всего, только там цветы стоят. Я проверил только на первой локации, но я думаю, на остальных все то же самое. Ну что, пойдемте искать следующий цветок. По-моему, он находится вот здесь, да, вот он. Прям недалеко от Дарвиш Горда, который здесь был. Ну что, вы готовы? Ух ты, офигеть. Блин, мне это не перестает нравиться. Какое офигенное место. Блин, мне понравилось преображать эту пустыню. Надо найти еще один цветок в этом месте. Ну, а последний цветок находится вон с той стороны. Сейчас покажу где. Блин, надо еще успеть до туда добежать, пока не разрядилась вода. Находится этот цветок вот здесь. По карте вот тут. Ну что, вы готовы? Офигеть. Мне никогда это не надоест. Блин, цветы, растения. Как все преображается, какое все красивое становится. Что ж, побежали к следующему оазису. Итак, следующий фонтан у нас относится к скалистым плортам. И находится он вот здесь, в пещерах. Первые две статуи можно обнаружить прямо на выходе из этой пещеры. Первая находится прямо напротив. А вторая прямо напротив первой, вот здесь. Ну-ка, лови. Ну а последнюю статую вы найдете в тупике, вот здесь. Лови. Ну а теперь пойдемте искать оазисы. Первый цветок находится прямо на выходе отсюда. Вот здесь. А ну-ка. Никогда не видел, как оно раскрывается перед бурей, но смотрится офигеть. Как круто. Заметили, сразу буря прекратилась. Еще один цветок я обнаружил на выходе из этой локации. В дальнюю сторону, вот здесь, прямо за дверью. Находится он в этих руинах. Вот он. А ну-ка. Офигеть, как все преображается. Мне кажется, я всю серию буду балдеть от этого. Дальше, я думаю, я уже не успею. Поэтому пойдем искать с той стороны. Следующий цветок, до которого я успеваю, находится прямо перед старым Горда. Вот здесь. А ну-ка, преображайся пока, а я побегу до второго, может быть, успею. Офигеть, как это круто. Второй находится вот здесь. А ну-ка. Нет, ну это поскучнее, хотя, в принципе, тоже неплохо. Интересно, здесь я еще успею что-нибудь полить? Да, думаю, успею, потому что еще один цветок находится прямо у выхода, вот здесь вот справа. Это последний в этой локации. Растите мои пальмочки. Красота какая.
вся локация озеленела. Ну а теперь переходим к следующей локации. Следующий фонтан относится к Дарвиш-Плортам, и находится он в самой северной локации. Первая статуя находится вон там наверху, в достаточно сложном месте. Но если вы меткий, вы попадете прямо от фонтана. Но я косорукий, сколько ни пытался, не мог попасть. Надеюсь, хоть отсюда попаду. Отлично! Вторая статуя находится вот здесь внизу. Найти ее очень легко. Ну а третья статуя находится вот здесь. Ну а теперь пойдемте искать цветы, до которых дотянемся. Первый цветок будет находиться прямо под фонтаном. Ну а я хочу успеть сразу до второго, так что... Блин, все-таки хочется посмотреть, но... Ладно, побежали ко второму. Второй находится вот здесь, в пещерах слева. Он... Вот он. И... Офигенно. Блин, интересно, а есть ли третий цветок где-нибудь здесь, дальше? Пока не вижу. Интересно, добегу, не добегу? Ну-ка. Блин, ну, вроде ничего такого здесь нет, поэтому возвращаемся обратно. Так, ну а еще один цветок находится вот за этой локацией, прямо за этой стеной. Вот он светится. А ну-ка. Отлично. Так, интересно, есть еще цветочки или нет? Пойду пробегусь сразу сюда. Нет, больше поблизости цветов я не обнаружил, поэтому пойдемте искать следующий, последний фонтан. Следующий фонтан относится к мозаичным плортам, и находится он вот здесь, в руинах. Первых две статуи можно найти прямо здесь, наверху. Лови. Так, а второй у нас находится где-то здесь. Я его даже видел, вот он. Кстати, тут два цветочка наверху. А еще я увидел цветок, до которого можно добежать от предыдущего фонтана. Но он находится вон за этим цветком, если пройти направо. Надеюсь, успею. Находится он вот здесь, внизу. Лови. А ну-ка. Блин, как это красиво. Так, видимо, с предыдущим фонтаном все-таки все. Так, ну а теперь давайте искать последнюю. А вот, кстати, она, даже не пришлось искать. Держи свой плорт. Ай, блин! Короче, блин, косякнул и уронил этот плорт, поэтому пришлось возвращаться обратно. На, держи свой, я взял еще один на всякий случай. Но он, слава богу, не пригодился, так что лети. Но здесь, насколько я понял, всего два цветка можно полить. А находятся они наверху, как я и показывал раньше. Первый здесь. А ну-ка. И второй, чтобы не потерять сразу, он находится где-то вот здесь. И ну, что у нас с островом происходит? Нифига не видно. Ну, вроде что-то красивое произошло. И что, даже достижения не будет никакого. Я же весь остров полил, ну что вы. Офигеть, я сделал это, я оживил стеклянную пустыню. Теперь везде стоят эти оазисы. Но мне осталось изучить лабораторию, и на этом, я думаю, закончу игру. Что ж, на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы узнать о лаборатории, и поддержи меня лайком. Всем пока и до скорого!